Зацепиться за мяч. Беланов на левом фланге. Протасов. Рац. Рац на линии штрафной. Уходит от защитника. Передача на дальний угол вратарский. И второй мяч в воротах сборной Аргентины. Это уже Геннадий Литовченко. Отличился Литовченко, который забивает в третьем матче подряд за сборную Советского Союза на старте этого международного сезона. Вот так вот в течение двух минут советская команда забила два мяча в ворота действующих чемпионов мира. И оба гола очень красивые, хотя и очень разные. Вот эта вот комбинация просто на заглядение и удар с лета. 2-0.